Еще больше водителей привлечено к ответственности за нарушение правил дорожного движения, но без эвакуации машин. О том, что эвакуация не самоцель, а крайняя мера, Сергей Бесков упомянул особо. Сам по себе процесс эвакуации связан с тем, что тот же эвакуатор находится на проезжей части, и за время, пока проводится эвакуация, соответственно, создаются помехи движения транспортного средства. Поэтому проще предупредить, чем потом впоследствии привлекать водителя к ответственности. В основном мы стараемся профилактировать и ставить задачи работы при работе нарядов дорожно-патрульной службы на профилактику данного вида нарушений.